Краснодарский край, хутор Красный Курган. Именно здесь, среди лугов и полей, расположен коттеджный поселок Звездный. Это комплекс из 50 домов, выполненных в едином архитектурном стиле, который собрал в себе все преимущества загородной жизни. Находится он рядом с трассой Новороссийск-Керчь, а это значит, что вы за считанные минуты доберетесь до города-курорта Анапа с культурными центрами, магазинами, детскими садами, школами и больницами, а также до песчаных пляжей Черного моря. Территория коттеджного поселка «Звездный» огорожена, на въезде шлагбаум и круглосуточная охрана. Из коммуникаций здесь электричество 15 кВт, центральное водоснабжение и у каждого коттеджа индивидуальный 8-кубовый септик. На данный момент в продаже имеется 3 коттеджа, они находятся на стадии строительства, и у вас есть хорошая возможность выбрать внутреннюю отделку на свой вкус. Но это еще не все. Также есть 5 свободных участков, на которых мы готовы воплотить вашу мечту о собственном доме в реальность. На ваш выбор 15 типовых проектов коттеджей. А также мы можем построить дом по индивидуальному архитектурному проекту с учетом всех ваших пожеланий. Один из таких проектов, а именно коттедж 86 квадратных метров, мы совсем недавно показывали на нашем канале. По желанию клиента придомовая территория была вымощена тротуарной плиткой, сделан навес для автомобиля, половина террасы застеклена, а по периметру ее открытой части установлены перила с коваными элементами. Еще один пример индивидуального проекта – это коттедж 130 квадратных метров. Его особенность – сауна, расположенная на террасе и утепленный навес. Многих интересует вопрос, из чего мы строим дома. Отвечаем. На всех этапах строительства домов используются только качественные и проверенные временем материалы. Фундамент выполнен из монолитного бетона шириной 400 мм и высотой 700 мм. Используется бетон марки М250. Цоколь армируется арматурой сечением 10 мм с шагом 300 на 300 мм. Заливается бетоном М250 класса B20. По всей длине цоколя сделаны ригеля из арматуры сечением 12 мм, связанные между собой хомутами. Стены выполнены из газоблока плотностью D500. Он усилен армирующей сеткой 50 на 50 мм. При монтаже кровли используются стропильные балки из досок 50 на 150 мм. Контррейка из досок 25 на 50 мм. Все деревянные конструкции обрабатываются огнебиозащитой. Покрытие кровли из металлочерепицы толщиной 0,47 мм. Выполняется монтаж водостоков, снегозадержателей и сливных труб. По периметру кровли защита от ветра. Снаружи дом утепляется плитами каменной ваты толщиной 50 мм. Далее следует отделка декоративной штукатуркой баумит цветом серый графит. В ее компонент добавлен лак, для того чтобы она не выгорала и не выцветала. Гарантированное качество. На нашем сайте sga23.ru вы можете посмотреть все проекты от компании «Стройгарант Анапа». Здесь представлены коттеджи от 50 до 145 квадратных метров. Также вы можете посмотреть их поэтажные планировки и выбрать проект, который пришелся вам по душе. В разделе «Наши поселки» представлены описания коттеджных поселков и их фотографии. И еще одно из важных преимуществ в работе компании – это дистанционная сделка. Ее этапы вы можете узнать из соответствующего раздела. А отзывы о таких сделках вы можете посмотреть на нашем канале. Если вы решили приобрести дом на юге недалеко от моря, звоните нам в отдел продаж. Наши специалисты проконсультируют вас по всем интересующим вопросам. Следите за новостями, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Мы всегда ответим. Компания «Стройгарант Анапа».